Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Сегодня я вам расскажу про свои тренинги. Значит, наконец-то смог более-менее оформить это в письменном виде. И сейчас с вами поделюсь. Итак, первый этап, который стартует 8 октября, двухнедельный этап, он будет посвящен атаке Панова в защите Каракан. Ну и системе Штейнера, очень созвучной этой атаке Панова, Е4, С6, С4. Второй этап, в связи с тем, что у меня возможна командировка в начале ноября, будет по закрытой системе с 12 по 25 ноября, и потом каждые две недели, то есть следующие две недели будут посвящены гамбитной системе и системе двух коней. С 10 декабря, то есть опять же две недели, будем разбирать классическую систему и систему Петросен, ну и так далее. То есть 7 января еще, в общем, все вы видели. Что будет из себя представлять тренинг? Первый день — это 2 часа занятий, лекция по теории, ответы на вопросы, плюс, возможно, я основные идеи варианта расскажу. На следующий день самостоятельная работа, то есть все получат домашнее задание, материалы для работы, и будут обрабатывать эти материалы. На третий день 2 часа работы со мной, обсуждение того, что сделано. Потом снова самостоятельная работа. Тоже материалы я, если потребуется, подкину. В субботу-воскресенье обязательно тематический турнир. И в субботу один, и в воскресенье другой турнир. То есть необходима практика. То есть чем отличается тренинг от вебинара? Это я не лекцию провожу, а обязательно с практикой. Более того, на следующей неделе сначала участвующие в тренинге самостоятельно разбирают свои партии и высылают мне, а потом наиболее интересные партии мы разбираем вместе. И обязательная консультация по согласованию с каждым членом тренинга, с каждым участником тренинга, полчаса в последние два дня. То есть согласовываем и в скайпе полчаса общаемся. Вот. Сейчас, значит, на атаку Панова набралось две группы. Первая стартует в понедельник с 19 до 21 часа московского времени. Будет вот лекция по теории атаки Панова, плюс ответы на вопросы, плюс выдача задания. 10-го, так. И в первой группе народу уже очень много. Туда никого добавить не смогу. Но есть вторая группа. То есть вот защита Каракан. Также первый этап — атака Панова, но начинаться будет со вторника. Вот здесь вы все это видите рядом со мной. Если вы нажмете на паузу, то сможете прочитать, что там и как. Если все пройдет успешно, то, конечно же, с теми, с кем тренинг проходил, мы все это обсудим. Я надеюсь, что учту пожелания, и если тренинг по защите Каракан пройдет хорошо, будут запущены тренинги и по другим дебютам. Итак, во второй группе есть еще 2-3 места, также по льготной цене, 2000 за 2 недели работы. В принципе, у меня, я смотрю, по второму кругу пошли заготовки, а это значит, что по большому счету я все уже объяснил. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Изучайте, смотрите. Есть еще возможность записаться во вторую группу по атаке Панова. Заполняйте Google форму, которая будет под роликом. До свидания.